ну, скажем так, такое символическое название «Плач по нерожденным» или «Пиета по нерожденным». «Плач по нерожденным». Да. То есть, как бы, из-за Холокоста исчезло целое поколение. Ну, собственно, это главная идея. А какая высота? 20-50, высота скульптуры и 50 сантиметров постамент. А сколько вы трудились над ней? Долго. Что, что дольше года. Было? Дольше идея была или дольше вот, реализация этой идеи? Ну, и идея заняла достаточно времени и решения, и согласования с заказчиками. Ну, и реализация заняла год. А вот по вашей задумке здесь вот будет аллея эта Мушвеловая или это общий проект? Вы знаете, когда речь подошла о том, где этот памятник должен быть, я тогда был впервые в Мелитополе. Мне так немножко рассказали историю города и, в общем-то, я как бы отказался от идеи в верхнем городе ставить памятник, потому что, собственно, 40-й год, то есть город был именно здесь. Ну да. Вот. Ну и, в общем-то, место я выбрал как бы в контексте уже аллеи славы, да, на лестнице. Угу. Ну, как продолжение. Как продолжение. Ну, да, это тоже интересная идея. А скажите, пожалуйста, вы из какого, где родились, в каком городе?